масла, как ой, и 2 ложки сахара, и муку, и молоко, и 4 яйца, вот видите у нас, и вот такую вот винчик. И вам нужна тарелка, чтобы туда мусор ложить. Ну, если вы не хотите, то вам не надо. Так, стойте! Мы забыли ингредиент! Вот ингредиент надо. 4 cups of love, 2 cups of loyalty, 3 cups of forgiveness, 5 spoonfuls of hope и TV. Эй, это не тот ингредиент! Что это за ингредиент? Я не знаю, так что просто это напоминалка, чтобы готовить с любовью. Да. Ведь еда будет намного вкуснее. Да. Так, мы сейчас будем начинать делать блинчики. Сначала вам нужно яички добавлять. Ну-ка, 4 яйца. Только сначала 1 яйцо, а не 2 сразу, а то это будет... Да. А теперь... Мы будем чуть-чуть. Пока. Так, мы сейчас будем разбивать яйцо. Я сначала, потом Вика, я и потом Вика опять. Так, вы готовы? Сейчас будем разбивать, ну чуть-чуть, чтобы вы знали. Ну, Вика сейчас мне ножик принесет, чтобы я разбила. Подождите, я как будто... Сильный бей. И теперь мы будем складывать. Ну, если это будет как скорлупа, то вы можете вытащить ложкой. Вика мне сейчас помогает, потому что я не... болтать я не так люблю. Ой, все. Так. Ой, фу! Руки. У меня руки. Я сейчас пойду их помою. Сейчас я в ванну лучше пойду. Фу, ненавижу эту жидкость. Так что вот что получается, если вы не фокус. Я пришла. Ты видела, что случилось? Ну, вот видите, пока вот так получилось. Да. Ура. Ну, сначала мы поставим микску, конечно, сюда, чтобы не мешать. Да, Вика! Так, сейчас мы будем разбивать яйцо снова. Вот видите, какая трещина? И можно вам что-то сказать? Она болтушка. И если вы заметили, у нее уже очки. Если вы заметили, у нее правда очки, потому что у нее лейзи айс, как у нее глаза очень лейзи, как они как... А у нее ленивые глаза. Вот как мы... Я пока еще... Ну, я пока... Что еще одно яйцо сбью, а потом сразу иду руки мыть. Подождите, я сейчас приду. Подождите, я сначала руки помою. Да хорошо, я первое начинаю с яйцом. Так, я сейчас буду яичко скидывать мне. А, снова не получилось. Вы видели? Подождите, меня нечаянно тут скорлупа упала, я сейчас, Вика сейчас достанет быстренько и положит его в миску там, где мусор. Если у вас не получится, то вы просто можете у кого-то спросить, что они сделали. Маму, абу, сестру старшую. Я люблю там болтать, иди руки мыть. Так, я сейчас руки помою. Хорошо? И я сейчас выйду.
Давай, Виктория пока начнет это отбросать. И... Что дальше надо? И нам теперь надо две ложки сахара. Подожди. Один. И два. Готово. И что нам теперь надо, Кристина? Так, сейчас нам нужна мука. Молоко. Ляль, зачем молоко? Сначала нам нужно молоко. Вика просто тут меня шептает. Вика, все. Так, сейчас мы вам будем показывать. И стоп. Теперь надо муку. Ну, чуть больше молока. Ну да, я неправильно сделала. Чуть-чуть больше надо. И так хватит. Так, я уже не знаю, как эту муку открыть. Вика сейчас откроет. Держи. И сейчас посыпем ее в наше это. Хватит. Все, хватит. Теперь я мешаю. А потом и я мешаю. Возьми капельку соли. Так, Вика просто там ингредиент берет. Соль. Тут соль. Хорошо. Чтоб чуть-чуть посолить. Капельку совсем. Растительное масло. Все, все. Масло. Теперь растительное масло. Ты открывай. Давай я открою. Ай! И вы как видите, я вчера поранила руку. Не. Так. Хватит. Теперь я мешаю. Мешай хорошенько, чтоб зрители увидели. Мешай, чтобы этих желтых желтков не было. Я еще с вами. Так что вам понадобилось, чтобы испечь блинчики? Какие так, яичко. Сколько штук? 4, как вы видите, вот. Они, мы их уже использовали. Сколько сахара? 2 ложки, а потом мы используем молоко. Сколько грамм? 0,5 литра молока. 0,5 литра. И потом мы использовали растительную то-то муку. Муку, да. И сколько литров это? И муку на глаз. Да. Муку пару ложек. И щепотку соли. Да. И потом чуть-чуть растительного масла. Да. Как видите, вот что у нас получилось. И это, наверное, готово. Готово. Так, помешай немножко и все. И теперь нам нужна сковородка. И теперь нам надо идти на другую сторону. Так, все, я выключаю.